Привет, друзья! Это я, Константин Талах, и это мой блог «Born to Travel with Talach». Сегодня 9 августа 2021 года, и я продолжаю вести свои репортажи с солнечной Исландии. Нахожусь в городе Акурели, город и община в северной части Исландии, четвертый по величине город в стране, после Рейкьявика и еще... Центр Хоф, я решил зайти внутрь, посмотреть, что тут происходит. Церковь Akureyri, лютеранская церковь в городе, где бы вы думали, естественно, Akureyri. Мы находимся на севере Исландии. И вообще, пацаны долго не заморачивались названием церкви. Akureyri. Здание расположено на холме в центре города. How are you? Thank you.
друзья, вот и подошла к концу прогулка по Акурейри. Было достаточно занимательно, и все-таки это новое место в моей биографии и в моем блоге «Born to Travel with Талах». До следующего города в Исландии. Пока!